На ринге новая пара. Все предварительные бои шотландец Уайпорт закончил нокаутом. И этот, его последний бой с Борисом Лагутиным, закончился досрочно, но в пользу Лагутина. Сильный удар не пригодился Уайпорту. Он рассекал кулаками лишь воздух, а наш гроссмейстер ринга был неуязвим. Силе шотландца он противопоставил великолепную игру и удары не менее сильные. Этот бой принес Лагутину не только золотую медаль, но и приз за лучшую тактику.